ЦСКА проведет в большинстве, если, конечно, не реализует лишнего. Радула. Славик полетел шаг, потому что задел Антона Белова. И момент у Зайцева. Отсигнул щиток Фоткине. И крышка у него выпала, но спас ворота. Опять бегал Гиберска. Из одного угла в другой угол. Терял клюшку. Терял шайбу из виду. Но выручал после пропущенной шайбы. Оставил свою команду в игре. Оставил свою команду в игровом процессе. Практически на шпагате. СКА начал второй период в большинстве. ЦСКА начнет третий.